У нас в семье несколько поколений безработных. Меня уволили! Продолжи династию! Нам фри! Может, мы не самые богатые, но точно самые счастливые. Давай картошку фри! В этот вторник выиграли следующий. А сегодня вечером наша жизнь вообще перевернулась. И 16. Давай сюда кетчуп! Мам, тебе плохо? 100 миллионов евро. Семейке Тюш повезло. Монако тоже. Чувствую, нам здесь понравится. Охренеть. Свободных номеров нет, разгар сезона. Тюфяк с клопами. Это сьют Алана Делона. Слушай, мы не знакомы с этим парнем. Может, не беспокоить его? Ага. У меня очень важное сообщение. Ты выиграл лотерею? Нет! Не нужно показывать, что мы с другой планеты. Без крестного отца в частный клуб не попасть. У меня жених есть, он мой крестный. Но сейчас не очень удачный момент, поскольку он разводится. Совался под юбки всех соседок, пока Саланж не заметила, что у нее рога. Сожалею, но не могу вас впустить. Только через мой труп. Нам придется привыкать к этой новой родине. В Бузольской воде не было видно ног, а тут как в минералке полощемся. Это что за герань? Любишь Пэрис Хилтон, я вижу. Мы похожи во всем. Придется много усилий приложить, чтобы стать настоящими мани... Монегасками. Парк около гектара. Внутреннюю отделку разработал сам Гарсия. Сержант Гарсия? Кто? У него и минутки свободной нет. Столько завод Зора. Хозяйственное мыло я не нашла. Пришлось все простернуть Шанели. Ну, я вам скажу, запашок ничего себе. Когда с тобой же Тюш? Не говори, что нет! Тюш! Что, мы все тут как педики прилизаны? Разве трудно по-нормальному причесаться? Если так пойдет, то кантри-клуб превратится в кемпинг. Режиссер Оливье Бару. Скоро на экранах.